Мы уже говорили, что с мощами, со святыми, с иконами связаны разные чудесные истории, связаны разные сверхъестественные проявления. И теперь нам нужно несколько слов сказать о сверхъестественном. Иконы плачут, мощи не тлеют, пасхальный огонь сжигается. И православные очень часто используют вот эти вещи для подтверждения истинности и правильности православной веры. Прежде чем, может быть, обсуждать какие-то детали, нам вот что нужно отметить для себя. Когда мы видим какое-то чудо, ну или то, что называют чудом, когда мы видим явление, не укладывающееся в обычный порядок вещей, то мы должны понимать, что такое явление нуждается в истолковании. Оно непонятно само по себе. Ну, в частности, что может быть источником такого явления? Необычное явление может быть результатом Божьего действия. Необычное явление может быть результатом сатанинского действия. Необычное явление может быть результатом человеческого жульничества. Необычное явление может быть результатом просто незнакомых, непонятных нам, но вполне естественных процессов. И вот мы наблюдаем какое-то необычное явление. Откуда мы знаем? Что именно на самом деле произошло? Откуда мы знаем, божественное это действие или не божественное это действие? Например, плачут или кровоточат православные иконы. Но также плачут и кровоточат католические статуи. Когда православный говорит о католической статуе, он говорит, это ложное чудо, это бесовское наваждение. Когда о том же самом явлении православный говорит в связи с иконой, он говорит, это, конечно же, особое чудо Божие, проявление его благодати, его милости. Чем отличается на самом деле одно от другого? Отличается только тем, что это мое, а это не мое, поэтому это хорошее, это плохое не тлеют мощи православных святых. Ну, по крайней мере, у некоторых не тлеют, хотя на самом деле не требуется, чтобы мощи были нетленными, обязательно не требуется, хотя бы хорошо это было бы для того, чтобы признать человека святым. Но иногда мощи не тлеют. Хорошо. Не тлеют также мощи и буддистских святых, и буддисты все время демонстрируют там всяких лам, которые вот годами сидят и ничего с ними не происходит. Ну, конечно, когда лама не тлеет, это бесовское наваждение. Когда православное святое не тлеет, это великое чудо Божие. И так далее. Чудеса, необычные, сверхъестественные явления есть во всех религиях. Во всех языческих религиях, в исламе, в различных христианских конфессиях множество чудес. Но мы чудеса истолковываем. И когда чудо, чудо истолковывается, оно истолковывается просто в соответствии с тем, что человек в этом чуде хочет увидеть. Я думаю, кстати, здесь одна из причин, почему того. Почему на самом-то деле в христианской жизни не так уж и много чудес? По той причине, что чудеса являются очень плохим наставлением. Потому что чудеса, в отличие от слова, в отличие от такой текстовой информации, информации, которую можно осмысливать, в отличие от священного писания, Каждый толкует, как ему удобно. Каждый просто этому чуду приписывает что-то такое, чтобы ему понравилось. И поэтому вроде бы православие наполнено чудесами. Но, тем не менее, эти чудеса ничего не доказывают, так же, как эти чудеса ничего не опровергают. Просто есть и все, но они на самом деле не источник информации. Более того, если поговорить о каких-то конкретных чудесах, то взять тот же самый огонь, который каждую Пасху сверхъестественным образом зажигается в Иерусалиме, а многие считают это главным доказательством истинности православной веры. Если вы смотрели, может быть, трансляция, то там такие православные арабы пляшут и кричат: наша вера правая, наша вера православная. Ну, вот что любопытно. Некоторые. Вполне православные богословы и специалисты, говоря об этом огне, говорят, что ничего сверхъестественного, ну, в таком обычном смысле, там нет, что вполне естественным образом загорается, зажигается этот огонь, и он святой не в том, что он сверхъестественный, но просто потому, что это церковное явление. Есть исследования преподавателя литургики Ленинградской тогда еще Духовной Академии Успенского, посвященной этому огню, и он показывает, что древние тексты, которые вроде бы считаются свидетельствующим об этом огне, часто говорят о другом, он показывает позднее происхождение этого, он рассказывает о том, что в общем-то в течение долгого времени никто это сверхъестественным не считал, и заодно приводит слова греческих священников, участвующих во всем этом процессе, которые говорят, говорят, что если мы откроем истину, тут же нас у гроба Господнего и похоронят. Это не какой-то злобный протестант или атеист, или еще что-то. Это преподаватель православной духовной академии, специалист при литургике. Собственно, тот человек, в функции которого входит истолкование этих явлений. Можете из таких вот полемистов, апологетов посмотреть, что об этом огне говорит Кураев, например, который тоже, в общем-то, фактически заявляет, что ничего там такого сверхъестественного нет, что говорит патриарх Филофей, который, собственно, участвует во всем этом и который называет это не чудом, а благочестивым обычаем. Можете обратить внимание, как аккуратно об этом высказывается глава русской миссии в Иерусалиме, человек, который тоже вовлечен во все это. Люди, тесно знакомые с этим явлением, не считают это чудом, но тем не менее в православной церкви широко распространено мнение, что наша вера правая, наша вера православная, и Бог чудом это, конечно же, подтверждает. Ну хорошо, человеку хочется так вот утешать себя, мы с этим, конечно, поделать ничего не можем, но должны понимать, чудеса, они все равно нуждаются в истолковании, и то, что выглядит как чудо, не обязательно является таковым. Вот, например, взять там исцеление или подобные вещи. Я тут хочу не про исцеление рассказать, а просто так вот из обыденной жизни, противоположный случай. Дядя мой однажды поставил так почти невольно любопытный эксперимент. Он, находясь рядом со своим другом, они там чем-то занимался, взял паяльник, неработающий паяльник, но выглядел этот паяльник как воткнутый в розетку, и взял к руке друга, приставил. Паяльник был холодным. Но на руке у друга ожог. Нормальный, натуральный ожог. Просто тот сильно верил, что сейчас его паяльником обожгли. На самом деле много что можно необычного сделать, если человек сильно убежден в этом. Поэтому какие-то вещи и с исцелениями, и с другими подобными проявлениями иногда достаточно просто объясняются. Или, например, просто еще одна небольшая иллюстрация, может быть, вы слышали о так называемых обновляющихся иконах. Висела, висела старая икона, потом лоп, и просияла всеми красками, уже новая икона висит. А на самом деле, достаточно распространенное физическое явление. Иконы, когда писали, их писали, краску накладывали в несколько слоев. При резком перепаде температуры верхний слой краски осыпается, и мы просто видим следующий слой краски и опять новую икону. То есть какие-то вещи можно объяснить. Какие-то вещи иногда могут быть и жульничеством в свое время Петр I сказал, что если иконы не прекратят плакать, заплачут попы, и иконы прекратили плакать. Ну, то ли иконы послушались, то ли. Кто-то другой поучаствовал в этом процессе. Да и вообще плачущие иконы. Есть такая протестантская шутка. Иконы плачут, потому что не любят, что им поклоняются. Так что, как видите, с чудесами все непросто. Но и когда это вводится в норму, в повседневную э, церковную жизнь, на самом деле создаются многочисленные проблемы. Это, и все эти проблемы, они связаны с более глубокой, фундаментальной проблемой. Проблемой того, что в людях чрезвычайно живучее языческое мировоззрение. Мы с вами несколько раз возвращались к этому. Еще раз я про это скажу. В людях и православных, и неправославных, и даже протестантых, живучее языческое мировоззрение, надежда, что мати... манипулируя материальными предметами этого мира, надежда, что манипулируя чем-то, что находится в моей власти, я окажу влияние на потусторонний мир, я в каком-то смысле заставлю Бога делать то, что мне необходимо. И когда человек приходит в православную церковь, он получает огромное количество предметов для подобной манипуляции. Здесь и иконы, здесь и мощи, здесь и святые, здесь и особые места, здесь и чудеса, здесь все есть. И, конечно, можно к этому отнестись правильно, аккуратно, с пониманием того, что иконе там нельзя поклоняться, только почитать нужно еще что-то. Но вот это вот языческое мировоззрение, оно давлеет и оно часто побуждает каким-то совершенно неверным способом поведения. Взять тех же святых. Если говорить об историческом процессе, то молитвенное общение с умершими достаточно раннее явление, но молитвенное обращение было первоначально не каким-то избранным святым, просто к умершим членам той же церкви. То есть вот был брат, с ним общались при жизни, умер. Ну ладно, после смерти общаются. Видимо, это наиболее ранняя форма. И эта форма где-то вот до 4 века, вот такое вот бытовое общение со святыми, она преобладающая. После 4 века, когда имперская государственная церковь, когда нужны какие-то знаки, Положение и в святых меняется, отношения к святым меняются. И теперь уже подчеркивается не близость а со Христом, теперь уже подчеркивается сила, чудеса и все остальное. А потом все это трансформируется. И знаете, вот такое проявление, достаточно распространенное в современной православной церкви, иллюстрирующее проблему в отношении святых, вот какое. Например, широко известно, что есть какая-то специализация святых, да, например, великомученику Патнелимону молятся при болезнях, серебрянику Казиме и Дамиану при финансовых проблемах, и оно притечи при головной боли. Ну, помните, ему голову отрубили, радикальный способ решить проблему головной боли, да. Иконе Богородица, неупиваемая чаша, молятся при пьянстве и так далее. Ну, во многих храмах, у многих православных вы можете найти подобные инструкции. С одной стороны, вы, ну, вроде бы как бы осуждается такая специализация, какие-то вот такие... Как, как, как древние боги с узкой специализацией возникают, а с другой стороны, это естественное вот такое вот где-то отчасти магическое мышление. Еще забавно, что а святые назначаются покровителями тех или иных явлений. Также, например, великомученица Варвара сейчас является покровительницей ракетных войск стратегического назначения. Пророк Илья – покровитель воздушно десантных войск. Равнопольственный князь Владимир – покровитель войск внутренней службы. Великомученик Феодор Стратилат – покровитель федеральной службы судебных приставов. Но преподобный Сергей Радонежский, покровитель всех учащихся, так что это для вас тут особый святой и так далее. Я, правда, не знаю, сильно ли хотела великомученица Варвара быть покровительницей ракетных войск стратегического назначения. Ну вот назначили, и теперь смотрите. А вот эти вот все назначения, вот эти вот специализации, вот эти вот обращения к святым вместо обращения к Богу, вот эти вот всякие акцент на чудесах, манипуляции и, и так далее, и попытки как-то с помощью всего этого обустроить жизнь, это очень часто гораздо больше похоже на язычество, чем на нормальное христианство. И хотя какие-то вот воцерковленные православные, может быть, знакомые хорошо с догматикой, сами настороженно к этому относятся и говорят, нет, нет, мы так не делаем, но смотрите, какой то большой соблазн для неофитов, для вновь обращенных людей, которые еще как язычники практически приходят в церковь и вдруг во все это погружаются. Так что вот эта вот система таких вспомогательных средств для спасения, она чревата, она опасна тем, что очень легко перейти грань между христианством, как верой в Бога, как отношениями с Богом, как посвященности своей жизни Богу, и язычеством, как попытки как-то обустроить свою жизнь и обрести какую-то выгоду и сверхъестественную выгоду просто за счет манипуляций. Здесь большой риск, большая опасность и, может быть, одна из ключевых причин, почему протестанты так любят простоту богослужебной жизни. Меньше лишних элементов, меньше и опасностей. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв семинарии.